Меня зовут Татьяна Михайловна Евглевская, возраст 58 лет. Живу в Курске. Ну, я с 2002 года лечусь. В 2002 году мне поставили диагноз рак молочной железы. Но после того лечения у меня была ремиссия 15 лет. Потом в 2017 поставили диагноз метастазы рака молочной железы в слюнную железу. Дал такой вот был диагноз. И после этого, вот 5 лет уже, я прохожу лечение в онкодиспансере. Проходила все, и химиотерапию, и лучевую терапию, и операции. Несколько раз было. Опухоль была очень агрессивная, до 90% опухолевых клеток активности. По знакомству с Perfect Organics были очень разные результаты. Вначале было очень все плохо, 90% значит, активности опухолевых клеток. Пролечил какое-то время ремиссия, потом снова прогресс шел. Несколько раз лимфоузлы увеличивались, и все были они злокачественные. По ПЭТ-КТ можно посмотреть, что это так было. Потом я познакомилась с Ириной, с которой мы вместе тоже с 2002 года знакомы. Такой же диагноз у нее, как у меня. Она мне дала на пробу несколько витаминок Perfect Organics Preventer. Просто попробовать. Она уже тогда начала лечиться этими витаминами. А я все еще думала. И у меня после операции долго не заживал свищ на груди. Больше года, наверное. И вот я эти 20 таблеточек выпила, и у меня все прошло. Я еще так удивилась, думаю, да, сначала даже не поняла, от чего прошло. Потом, значит, вот все это мы анализировали. Получается, что все-таки от этих витаминок, потому что больше ничего на тот момент я не принимала. Как потом выяснилось, я возила свои стекла в Москву на пересмотр. Как потом выяснилось, оказывается, у меня и не только в слюнной железе, и в молочной железе был злокачественный эмбол. Из-за этого не заживала рана, вот эта, которую мне иссекли свищ. А после этих таблеток все затянуло, слава богу. Это для меня стало решающим фактором. Я решила попробовать, помимо химиотерапии, еще лечение превентером Perfect Organics. С октября месяца я начала принимать полностью все продукты Perfect Organics, которые положено принимать при диете, при раке. И до сих пор я их принимаю. И у меня с октября месяца хорошие положительные результаты пошли. Стабильные пока на данный момент. Вот 3 было ПЭТ-КТ после этого. Нет, 2 было ПЭТ-КТ. Январь и май. Нормально. Все, ремиссия устойчивая. Вот сейчас на данный момент я прохожу последнюю химиотерапию. И у меня снова будет ПЭТ-КТ. Это ПЭТ-КТ, где доказывается, что в 2020 году была отрицательная динамика. Рост размеров и уровня метастаз в подключичных лимфоузлах и появление новых лимфоузлов справа. Угу. Это январь 2020 года. Угу. В 2021 году снова у меня отрицательная динамика. Вот заключение. В сравнении с динамикой появление новых единичных лимфоузлов с повышенной активностью МТС, значит, вот МТС, метастазы. А вот уже, да, и вот оно заключение Московской патологической лаборатории, где подтверждено вот это все, что злокачественное образование в лимфоузлах. Угу. Это брали образцы, да? Это брали образцы стекол. Угу. Так, а с 21 года... С января месяца начинается положительная динамика в сравнении с предыдущими ПЭТ-КТ. Регресс. То есть мне ставят полностью регресс. То есть что такое регресс? Это значит, никаких абсолютно нет признаков рака в организме. И вот одно, второе и третье заключение ПЭТ-КТ с хорошими результатами. Ну, с положительной динамикой. Ну, тем, кто борется с этим заболеванием, кому уже поставлен диагноз рак молочной железы, я, конечно же, рекомендую принимать препараты Perfect Organics, особенно вот Preventer.
Ну, потому что на моем примере все это подтверждено документально. Я считаю, что все-таки есть положительная какая-то лечебный какой-то эффект. Чтобы не попасть в эту статистику, чтобы не заболеть раком, наверное, нужно повнимательнее изучить продукцию Perfect Organics, потому что все-таки рациональное зерно в этом есть большое. Так как у нас в продуктах, которые мы сейчас кушаем, едим, мало витаминов, плохо они обработаны, есть какие-то там консерванты, там еще что-то вредное. Поэтому увеличиваются случаи онкологии. Сейчас, наверное, нет такой семьи, в которой нет онкологически больных людей. Так что берегите себя и пробуйте хорошие продукты. Начинайте, не бойтесь ничего.